Пятый фестиваль самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtak прошел в воскресенье на Грибном канале в Москве. Команды смельчаков съехались со всей России. Победили горячие братья из Санкт-Петербурга на красной пожарной машине. Всего в Red Bull Flugtak участвовали 42 команды. Взлететь пытались на дипломах, мозгах, шлепанцах и других неожиданных сооружениях. Да, я понимаю, это тяжело, непонятно. Вот такая... Окей. Поехали. 6, 10, 7, 6. Надеюсь, вам понравилось наше выступление.